Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Покупают пластиковые канистры, бывшие в употреблении, из-под масла, тосола, спирта, агрохимии и других материалов. Предложения ждут по телефону в Оренбурге 96 36 16. Компании «Оренбург Реалстрой» требуются водители самосвала, трактористы-машинисты сочлененного самосвала, машинисты экскаватора, катка и автогрейдера. Вахта. Телефоны 32007-300107. Госучреждению системы социальной защиты требуются водитель, инструктор по вождению. Телефон 33-20-29. Требуются охранники в город Оренбург и на вахту. Звонить 8-903-398-0105. Требуются водители категории Е на панели ВОЗ. Телефоны 8-919-863-9307 или 8-922-808-1001. Требуются машинисты ПКС, инженеры промысловой геофизической партии, работа в полевых условиях, оплата от 50 до 60 тысяч рублей. Обращаться по телефонам 372-890 или 8-903-398-3008. Требуется сторож, стропольщики, сварщики. Звонить 8-903-364-61-99. Требуется кухонный работник, помощник пекаря, продавец. Звонить по телефонам 260461 или 60-40-42. Требуются швеи спецодежды. Работа в цехе и на дому. Телефон 22-38-39. Требуется слесарь по ремонту строительного оборудования. Телефон 55-85-35. В новое кафе требуется повар. Звонить 8-987-893-72-68. Требуются работники на ферму. Жилье предоставляется. Телефон 25-58-58 или 8-903-395-58-58. В продовольственный магазин требуется продавец. Телефон 8-903-366-35-59. В фитнес-центр требуются уборщики – мужчины и женщины. Телефон 27-47-21. Требуется продавец колбасных изделий. Телефон 8-903-360-77-52. Требуется водитель категории С и машинист фронтального погрузчика. Звонить по телефону 8-922-860-52-60. Требуются продавцы с опытом работы в круглосуточный продовольственный магазин в Ивановских садах. Оплата от 1500 рублей до 5000 рублей за смену. Телефон 23-88-92. В управляющую компанию требуются дворники, уборщицы. Звонить 8-987-346-7202. В пекарню требуются посудница и уборщица. Телефон 25-13-90. Требуются продавцы в круглосуточный продовольственный магазин. Зарплата достойная. Телефон 96-31-52. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской. Телефон 43-73-73. В медицинский центр «Белый остров» требуется регистратор-администратор. Телефон 92-67-98. Требуется горничная. Обращаться по телефону 31-81-85. Требуется продавец кваса. Звонить 96-10-36.
В автосалон требуется дворник. Телефон 8-901-822-92-44. В организацию требуется слесарь-сантехник, трудоустройство по Трудовому кодексу, полный соцпакет. Звоните в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону 8-903-392-38-28. Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте до 40 лет, имеющих полное среднее, среднее профессиональное или высшее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, имеющих прописку в Оренбурге или Оренбургской области. Обращаться по адресу проспект Гагарина, 21. Подробности по телефонам 79 14 64, 79 19 23 или 79 10 05. Телерадиокомпания приглашает на работу режиссера монтажа, а также системного администратора с опытом работы. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Телерадиокомпания приглашает на работу офис-менеджера, менеджера по рекламе с опытом работы. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Внимание, видеоблокнот теперь и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону в Оренбурге 31 24 00.